Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 22 января. Поехали! Крупный оползень сошел в департаменте Амазонас, на северо-востоке Перу. Оползень затронул приблизительно 80 метров местной дороги. А это единственная в этом районе связующая дорога между некоторыми населенными пунктами. Теперь они остались отрезанными от внешнего мира. В момент обвала на дороге находился автомобиль с тремя пассажирами, никто из них не пострадал. Они успели вовремя отреагировать на происходящее и выскочить из машины. Фото и видео, которые предоставили очевидцы события, действительно впечатляют. Огромный провал имеет внушительные размеры. Это бедствие окажет негативное влияние на снабжение продовольствием и торговлю, происходящую в деревнях, составляющих Уткамбамбу. Муниципальные власти уже прибыли в район для оценки масштабов разрушения, а также возможности восстановить это направление. По словам официальных лиц, жителям района Биксур было приказано эвакуироваться из своих домов из-за лесного пожара, который начался поздно вечером в пятницу. Власти округа Монтерей приказали эвакуировать жителей после того, как лесной пожар в каньоне Пало-Колорадо распространился на более чем 250 гектаров. Лесной пожар получил название «Колорадский пожар». На данный момент он сдержан на 0%, пожарные утверждают, что погодные условия, которые сейчас присутствуют в регионе, способствовали распространению огня, а также сильно мешают его тушению. Все местные пожарные службы в округе Монтерей, а также воздушная техника задействована в тушении огня. Лесной пожар, бушующий вдоль побережья Биксура, пересек шоссе 1 и тем самым перекрыл шоссе в обоих направлениях. На данный момент уже эвакуированы жители из 50 домов, которые находятся в непосредственной близости от огня. В ночь на 22 января на кубанскую столицу обрушился второй за эту зиму снегопад. Плотный слой снега накрыл Краснодар. Термометры показывают 0 градусов. На улицах 30-сантиметровые сугробы. Количество снега, которое выпало за 8 часов, составило треть месячной нормы осадков. За сутки на Кубани произошло 27 отключений электроэнергии в 6 муниципалитетах. Сложная обстановка и на дорогах города. Так, на улице Тургенева от тяжести снега дерево рухнуло на автомобиль. Также оказались повреждены контактные провода для троллейбусов. В Краснодаре из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Он введен в связи с непогодой и будет действовать до 24 января. Аэропорт Краснодара пока закрыт из-за снега. Сильный снегопад нарушил движение автобусов и маршрутных такси. Чтобы очистить улицы от льда и снега, привлечено более 120 единиц снегоуборочной техники и 1300 работников ЖКХ, сообщает мэрия города. Для регулирования движения на самых оживленных перекрестках выставлены дополнительные наряды ГИБДД. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии. В результате сильных толчков в регионе пострадали по меньшей мере 13 человек, хотя сейсмособытие не вызвало волны цунами. По данным метеорологического агентства, землетрясение было зарегистрировано 22 января в 1 час ночи и 8 минут по местному времени. Оно достигло 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в префектурах Миядзаки и Аита на юго-западном главном острове страны Кюсю. При интенсивности выше 5 многим людям трудно ходить, не держась за что-то устойчивое. Пользователи соцсетей делятся видео, на которых запечатлен момент землетрясения. На кадрах видно, как сильно в домах тряслись люстры и предметы обстановки. В течение часа после основного толчка произошло несколько афтершоков силой от 3,6 до 4,5 балла. Угроза цунами не объявлялась. Подтвердились многочисленные сообщения о повреждениях зданий, водопроводов и дорог. Землетрясение также ощущалось в западной и центральной частях Японии. В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, одного из самых активных в Центральной Америке. Извержение сопровождается огромными столбами пепла, а также выбросами пирокластического материала. Фуэго находится примерно в 45 километров к западу от столицы Гватемалы. Власти города советуют жителям районов, находящихся вблизи с Фуэго, соблюдать меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и быть готовыми к эвакуации. Это уже не первое извержение вулкана Фуэго в этом году. 18 и 21 января была зафиксирована очередная его активность. Извержение было настолько сильным, что потоки лавы достигали 1300 метров в длину,
а виднеющийся над вулканом столб пепла рассеивался на расстоянии около 5 километров. В заявлении Национального института сейсмологии и вулканологии говорится, что активность вулкана Фуэго увеличилась в последние часы и оценивается как высокая. Интенсивные дожди, зарегистрированные в Андском районе Куско, Перу, вызвали разлив реки Алькамая. В результате произошел сход селевого потока, который покрыл улицы города Мачу-Пикчу, расположенного в нижней части гор, где находится туристическая цитадель инков. Как сообщили в региональном оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям, который продолжает оценку ущерба, нанесенного в результате происшествия, на данный момент имеются данные о ранении одного человека, и еще один человек пропал без вести. Оползень утащил большую массу земли, камней и обломков, и наконец достиг реки Вилканота, на берегах которой раскинулся город Мачу-Пикчу. На изображениях, распространяемых в социальных сетях, видно, как грязь заполонила улицы городка, первые этажи нескольких домов, гостиницы и рестораны, а также железную дорогу, по которой туристов возят к цитадели инков. На данный момент проводятся мероприятия по восстановлению инфраструктуры. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около побережья Филиппин, сообщает геологическая служба США. Эпицентр располагался в 231 километре к юго-востоку от муниципалитета Сарангани. Очаг залегал на глубине 24 километра. Угроза цунами также не объявлялась. Информация о возможных жертвах пока не поступала, а вот сообщения о повреждении зданий и камнепадах поступают до сих пор. Многие местные жители поделились фото и видео момента землетрясения и его последствиями. Как сообщают местные жители, в нескольких районах произошли камнепады. Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе, регионе с повышенной сейсмической активностью. Самое опустошительное землетрясение на Филиппинах произошло в 1976 году, когда погибли, по оценкам, около 8 тысяч человек. Лесной пожар, который начался еще в пятницу в округе Бастроп, по заверению властей сдержан на 75%. Судя по кадрам, которые поступают от очевидцев из соцсетей, то верится в это с трудом. По сообщениям СМИ, площадь пожаров превышает 10 тысяч гектар. Официальный представитель лесной службы Техаса Джен Эймин сказала, что из-за сухой погоды возгорания пока не удалось локализовать. Огонь вынудил эвакуировать около 250 семей, но строения не пострадали, а также нет жертв среди местного населения. Округ Бастроп знаменит в кавычках тем, что в 2011 году тут разразился сильнейший пожар в Техасе. Тогда пламя уничтожило более 90 тысяч гектаров леса и 1400 домов местных жителей. Власти сильно опасались, чтобы нынешний пожар не повторил ту же участь, поэтому они прилагают максимум усилий для тушения огня. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, Аляска, США. Очаг залегал на глубине 42 километров. Эпицентр располагался в 63 километрах от города Уналашка. Подземные толчки ощущались на ряде Алеутских островов. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Это уже третье землетрясение на Аляске за 24 часа. До него были зафиксированы землетрясения магнитудой 4,8 и 5,1. Ученые опасаются, что это разминка перед очередным сильным землетрясением. Аналогичная ситуация наблюдалась перед мощным землетрясением у берегов Аляски с магнитудой 8,2, которое произошло в регионе 29 июля 2021 года. Перед ним за несколько дней были зафиксированы землетрясения с магнитудой 3,2 и 3,8. Около 15 тысяч человек из 3500 семей пострадали от наводнений в южной провинции Замбии за последние несколько дней. Отдел по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий страны сообщил, что по состоянию на 22 января наводнения затронули обширные районы округа Намвала, который расположен недалеко от реки Кафуи. Наводнение затопило землю и дома и нарушило жизнь по меньшей мере 3000 семей. Красный Крест также сообщил о наводнении в районе Чама южной провинции, расположенном недалеко от озера Кариба и границы Зимбабве. В результате наводнения дороги в обоих районах были перекрыты, что сделало невозможным переселение некоторых пострадавших семей. Пострадавшие люди нуждаются в продовольствии, жилье, одеялах, а также в предметах водоснабжения, санитарии и гигиены.
За сутки на Земле произошло 149 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,3. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 8 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Перу по праву можно считать кладезем природных чудес. Чего только стоит увидеть знаменитую Красную реку в Куско. Бушующий поток алого цвета проносится вниз по склону гор. Красный цвет реки – это сезонное явление. Ее интенсивный и необычный оттенок можно увидеть только в сезон беспрерывных дождей. Ученые выяснили, что приобретенный рекой красный окрас является следствием стекания горных вод по долине, насыщенной множеством различных минералов. Именно минералы обеспечивают насыщение потока алого цвета. В частности, речь идет об оксиде железа. Этот элемент в большом количестве залегает под почвой в долинах Куско. Туристам, которые мечтают увидеть своими глазами природный феномен, советуют посещать это место в подходящий сезон. В любое другое время река теряет уровень воды и приобретает привычный мутный коричневый оттенок. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.